Сегодня хотелось бы поговорить не о том, как не стоит делать. Так многие делают, так у многих прокатывают, но тем не менее со временем все это выходит в ужасный запах, который все-таки проникает в помещение. Это связано с тем, что нет воздушной пробки такой, водяной пробки, как бы сказать. В общем, нет колена. Если нет колена, то запах из канализации будет рано или поздно в вашей квартире, в вашем офисе, в том помещении, в котором вы установили вот такое. Для начала нам понадобится защита на руки. Потому что сейчас мы будем силиконить наш сифон. Такой обычный стандартный сифон. Сифон бутылочный на 40 миллиметров. Весь комплект. Итак, что же нам понадобится в первую очередь? В первую очередь раскручиваем основную заглушку сифона. Здесь она уже смазана вазелиновой смазкой. Это очень хорошо, но она смазана не везде одинаково, поэтому мы ее будем смазывать силиконом. Берем силикон, кто какой считает нужным, и начинаем выдавливать на поверхность, которую будем смазывать. Далее подготавливаем все это дело аккуратно, равномерным слоем, замазывая всю резьбу. Вот так вот должно у вас получиться. После чего мы будем накручивать с уже установленной резинкой уплотнительной. Главное здесь попасть в резьбу, в резьбовое соединение. После того, как мы закрутили излишки силикона, если они у вас есть, можно убрать салфеткой, туалетной бумагой очень хорошо убирается. Далее, вот эта штучка, горлышко, мы будем устанавливать уже непосредственно в саму раковину. И здесь нам нужно сделать следующее. Надеть гайку, поставить резинку уплотнительную. Вот. И это место мы можем тоже предварительно засиликонить. Так, стоп. Здесь же надо поставить две резинки. Вот две. Вот так вот надо поставить. Две гаечки, одну резинку. Одну мы прикрутим непосредственно на месте, а вторую прикрутим здесь. Засиликоним, дадим ей немножечко схватиться в течение часа, после чего данную конструкцию будем уже устанавливать непосредственно на нашу раковину. Опять же проходимся силиконом по резьбе. Все это дело размажем равномерно. Должно будет у нас получиться вот такое вот чудо-юдо. Вся наша резьба должна будет быть как такой монолит, заполненная
силиконом. Лишний силикон можно будет удалить при помощи салфетки, туалетной бумаги, либо ненужной тряпочки. Такого, я думаю, нам достаточно будет расстояния. Вот и все. Теперь дадим силикону высохнуть в течение 2 часов, и нашей мойкой можно будет пользоваться полноценно. Лучше, по-моему, изначально поставить колено для того, чтобы в последующем, в будущем, не было дурного запаха из канализации, который будет распространяться по всему помещению. Следовательно, сотрудники будут недовольны, а для того, чтобы этого не было, опять же повторюсь, изначально я советую всем, даже в квартирах, устанавливать все-таки это колено. Вот. Сам сифон.